плоская, полукруглая. Волос синтетика, имитация белки. Очень похоже действительно на натуральный волос белки. И кисть имеет определенную мягкость. Также кисть чувствуется очень хорошо, вбирает в себя воду. Также хорошо вбирает пигмент. Делает ровные заливки средней величины. Можно даже делать растяжку. Кисть послушная. Хорошо держит форму. Мазок получается уверенный от среднего до короткого. Позволяет работать торцом. Можно сделать средние линии. Также может работать хорошо на фактуру. Кисть мне очень понравилась. Великолепная кисть.